Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Владимир Зеленский во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил, что в разговоре с большим бизнесом есть трудности. Есть трудности в разговоре с крупным бизнесом, но я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется найти другие методы. Как с ними разговаривать, заявил президент. Президент считает, что бизнесмены готовы изменить свое ведение бизнеса и что страна представила им возможность для этого развития. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.